Всем привет! С вами Артур. И сегодня у меня набор небольших видео. Я думаю, будет интересно. Итак, сначала я хочу показать вам записи с моего видеорегистратора. Несколько курьезных случаев на дороге. Ну а теперь небольшой ремонт Audi Q5. Машина у меня в мастерской, и на первый взгляд машина целая. Не хватает только бампера. За повреждения можно сказать красивое. Поврежден был только бампер. Или все-таки еще что-то. Давайте откроем крышку багажника и посмотрим. И вот первое наблюдение. Замок крышки багажника открывается туго. А это основные повреждения. Задняя панель и немного пол багажника. Ремонт будет легким. Давайте начнем. Немного разберу. Теперь немного потяну. Thank you.
Это все. Работа с металлом закончена. Устанавливаю детали задней части. Я свою работу сделал. Отдаю машину владельцу. Владелец покрасил и собрал этот автомобиль. Смотрите, что получилось. А теперь небольшой бонус. Мне прислали фото полностью законченного ремонта Audi S3. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы увидеть больше видео. Пока!